В русском доме в Баку прошла творческая встреча с народным писателем Азербайджана Натигом Расулзаде. В ней приняли участие поклонники его творчества и коллеги, в том числе молодые прозаики страны. Автор трех десятков книг поделился воспоминаниями и творческими секретами. Перо Натига Расулзаде принадлежат и киносценарии, по которым сняли несколько фильмов, удостоенных международных премий. Именитый автор подчеркнул, что главное в писателе – это чувство юмора, меры и интуиция. А еще важно быть в контакте со своими читателями. Мое поколение вышло из Советского Союза. Тогда мои книги выходили огромными тиражами. И аудитория была огромная. Читали 30 тысяч, 50 тысяч читателей. Сейчас эта аудитория ограничена. Но тем не менее, вот мне кажется, что читатель сейчас более подготовленный, более талантливый, чем было прежде. Прежде были только книги, другого развлечения не было. Когда уже отсеянный читатель, ты уже точно знаешь, что он твой читатель, что он следит за твоим творчеством, что он любит твои книги.